Отработка навыков включает в себя теоретическую подготовку, занятия на скалодроме и учебное десантирование с борта вертолета. Спасатели отрабатывают спуск и подъем на носилках, высадку в лесу и на водную поверхность. Специалисты МЧС отметили, что подобные тренировки позволяют развивать важнейшие навыки работы в условиях сложной местности сочинских гор, где зачастую нет возможности посадить вертолет.